вас решительный нахон. Мы же слышим вот это. А второй, как бы, это бахуро. Более мягкий. Вот у них диалог. Потом, и как называется эта первая часть, в которой мы показываем эти носим? Шиеш тавкит носераши. Это называется тецуга. Вот оно. Как мы показываем, что есть такой тавкит и есть такой тавкит. А потом у нас петуах, что между этими носим что-то происходит. Они дополняют друг друга, спорят, развиваются. И это называется петуах. Петуах – это обновление. А потом, как называется кета, что у нас есть? Реприза. Реприза. Мы возвращаемся к этим двум носим, но с ними уже произошло что-то. Они немножечко уже поменяли свое, уже как бы секунд того, что произошло. Результат. Теперь это общее настроение, которое нужно знать. Какой характер у носераши? Решительный. Решительный, мужественный. Гаври. Какой характер? Тихий. Тихий – это не характер. Более мягкий, более нежный. Тихий – это оттенок какой. Решительный. Решительный звучит как марш. Ты слышишь? Это не танец, это приказ. А вот тут как песня. Нахон? Они у нас по-разному совсем звучат. Это вторая вещь, которую мы должны знать. Теперь опять вернемся к мивне. Первым. Мишпата решен. Ешквар шейла вет шува. Что мы отвечаем. Нахон? Я хочу это слышать. А теперь лишь надо правильно считать, играть круглыми пальцами и вести кисть куда нужно. Это уже как мы это делаем. Для начала у нас есть мивне, как построено. Нахон? Угу. Потом какой характер мивне, а потом кли. Как мы это делаем? Как в этюде. Ответ. Остановись. Молодец, лучше было. Скажи мне, что я имела в виду, когда я сказала, как этюд? Этюд это для петух, эцбаот. Помнишь, мы садились? Помнишь этот этюд? Это я это имела в виду. Сел и мягко встал. Я знаю, вот. Какой? Какой? Я знаю, третий. Да? Молодец. Ты даже знаешь, какой этюд. Это как будто бахура вдруг зашла. Это был решительный гибор, а это бахура, ютеродина. Не стучи, нет, она поет постепенно. Более мягкие пальцы. Вот. Сняли. Раз, ответил, нет, на фа сел. Да, и встали. Ответ.
Отлично. Это, что тут написано? Пен. А ты это подумала об этом хотя бы? Нет. Еще раз отсюда. Опять решительная часть. Шельбахура мягкая. Кульминация. У нее тоже кульминация есть. Ответ мягкий. Ура. Кто? Кто снова вступает? Нахон. Еще. Кульминация. А теперь? Закончилась какая часть, как она называется? Петух. Петух. И какая часть начинается? Реприза. Опять гавгевер. Не стучи. Дорогой мой, мы только что с тобой выясняли, какая разница между дагеш азэм и дагеш азэм. Это удлинённое это. А как называется это? Что это? Это дагеш. А что нет? Это не дагеш? Кенуло. Кен. Он чем-то отличается от этого на вид? Нет. Давай, дагеш сверху. Ха, нет, пальцы не те. Сверху. Ха. Штаем. И кода.